Меня зовут Мария. Я только что поиграла в игру Константина Магия «Сила света против тьмы». Я играла за тьму. Вот. Мне очень понравилось. Это отличная игра, чтобы разгрузиться и провести время как бы весело и интересно. И мне очень понравилось то, что можно как бы вжиться в роль и вести себя соответствующе. Я сделала так очень небольшую подлянку участнику «Сил света», но он ее даже не заметил. Вот. Но было очень здорово, интересно. Спасибо большое.